И всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня вы находитесь на канале Навасов, и это последний трейд в CSGO. Сегодня я трейжусь с Вайтом, и сегодня будет такая долгая часть, но я думаю, вам она понравится. Я не хочу играть больше в CSGO и трейдиться за просто так. Единственное, что я могу сделать, это, допустим, обменять предмет на что-то или же его продать. Короче, вы сами поняли, наверное, уже. Короче, приятного вам просмотра. Я твои сейчас все видосы уже пролайкал, абсолютно все. Ну, где-то, чтобы не соврать, месяц плюс-минус. Да, смотрел там, где школьник пел Easy for Ants. Easy for Ants, 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 Dance, Putter, Uptar, Bell, Putter, Uptar, Bell. Easy for Ants, 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 Dance, Putter, Uptar, Bell, Putter, Uptar, Bell. Алло, мало, мама, улета, выходу мало, хулита, пэтим, а, мутанок, бэ, никунок, алла, алекс, бэ, на, яка, тапан, лука, та, нахрен, пута, та, айрен, сет, унти, кэнти, мутанок, энс, энс, easy for энс, 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 дэнс, утер, утер, бэнс, утер, утер, бэнс. Easy for ants, 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 dance, putter, utter, bands, putter, utter, bands. Это крабовая паутина прямо с завода. Вот этот вот красный. Это красный? Ну, красный цвет это... вроде. Да, но я очень люблю именно волны. В смысле выбрать? Я могу обмен принять, принимать. Я могу сейчас отправить даже. Я был бы, конечно, бы не против. На это меняться? Даже не знаю. Вы можете убрать тогда кровавое... То. Вы не выбрали из предмета. Да, я хочу так. Хочу так. Так, тогда я тебе сейчас добавляю. Так как... А, сейчас. Да... Ну, могу еще действовать. У меня нет... Не надо, мне ничего больше не надо. Мне сейчас принимать у вас друзья? Сейчас я... Сейчас как я напишу тут? Будет целый тор. Пришел за ножом, ушел со целым инвентарем. Тут... Нет. Обожаю. Я комментарий отправил. Вы хотели пригласить на CS Money? Да, зайди на CS Money. А и что сделать? Ну просто зайди на CS Money. Сейчас зайду. А это она столько стоит? Видишь кровавую паутину? А теперь посмотри на CS Money, сколько она стоит. Сколько она там стоит? Сейчас. Я представляю, я по-моему смотрел приливы и... Там всего их три штуки. Вообще их было четыре. Сейчас. Там. Это прямо... Ты одну выкупил! Да. А еще там был вой, но там видео было про вой, но его, видать, уже забрали. У меня сейчас просто не прогружается страничка. У меня уже планшет сам в офиге. Тебе? Жесть! Это реально мне? Ну а чё? Если ты предложишь нажать эту кнопочку... Я нажму кнопку, мне не сложно. Вот. Даже напишу, типа, вот. А, под... Без реакции. Посмотрел? На CS Money посмотрел? Ну, вот, у меня не прогружается. Показываю, вот, на демке. Давайте вы покажете. Нифига себе! 357. 7 кусков. Хорошо, сейчас, папа, 5 минут. Нет еще, да. Видишь? Да. Полетел. Все. Необходимо дополнительное подтверждение. Все, я подтверждаю. Окей. Так, сейчас я подтверждаю этот обмен. Так. Принять. Подтвердить. Все! Паттерн. Это же самый редкий вроде. Реже, чем на КС. Жесть! Это жесть! Да ну нафиг.
Я на них буду любоваться и никуда их не дену. Я Даже буду играть с ними не будешь. с ними играть. Я их никому не отдам, друзьям буду хвататься. Это будет самое дорогое, то, что у меня есть. Все, показываешь, понятно. Здравствуйте. Я просто записываю, потом в это в обложку вставлю. На обложку. Обложку видеоролика. Как? И всем спасибо за просмотр, особенно Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И это был последний трейд за просто так на моем канале. В будущем я хочу снимать что-то другое. Ну, точно не CSGO, поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, зовите друзей. И на моем канале будет всегда что-то интересное. Всем удачи и всем пока!